Добрый день на моем канале. Вот я решил вам снять видео, показать. Как известно, что вот эта вот часть подвергается в зимний период, осенний, очень агрессивному воздействию, да, то есть происходит, сюда попадает грязь, соль, камушки, и здесь происходит коррозия. Поэтому я не захотел ставить всякие демпферы пластмассовые, потому что, опять же, думаю, что они там будут собирать и копить это все, да, вовремя надо будет посматривать, чтобы там ничего не собиралось. Вот, что я сделал? Значит, я все это дело зачистил, загрунтовал, вот, видео отдельное не снимал, но появляется, так как у нас машина с элементом, вот мы видим, с элементом металлика, да, появляется небольшой переход от лака. Мы решили это дело отполировать. Наносим полироль и сначала вот так вот ее растираем по тому участку, где будем наносить. Вот круг надо смочить водой, чтобы не произошло подгорание. И небольшим нажимом пытаемся на небольших оборотах полирнуть это место. Как немного подсыхает, можно смочить водичкой. Вода не будет давать подгорать высококрасочному покрытию. Вода не дает подгорать. Можно, если что, добавить полироли. И вот таким образом, значит, полируется машина. Берется полироль с небольшим абразивом. Я сюда, правда, купил еще такой вот антицарапин, добавляю. После этого специальная полироль для металлика отполируем более мягким вот кругом. Вот, и посмотрим потом, что получится. Ну вот, мы уже кусочек прошли. Вот, отполировали и видим, что вот немножко отличается, есть порожек, немножко отличается по цвету. Ну, так как не был сделан компьютерный подбор краски, то есть по цвету чуть-чуть отличается. Самое главное в этом деле, значит, следить за состоянием, чтобы было все влажное, лучше побольше, лучше почаще подливать воды. И еще один нюанс — это соблюдать, значит, нажим, чтобы лак у нас не подгорел. Ну, на ощупь, вот если сейчас вот провести, где будет шероховатость, то уже как бы все это гладенько. Сейчас мы это все вымоем, вот, вытрем насухо и будем применять уже полироль. Вот этот мягкий кружок берем и будем применять полироль, значит, с элементом для металлика, с тефлоновым покрытием. Сначала размазываем. Видим, вот попадают всякие частички. Смачиваем круг. Thank you.
Вот так вот, значит, отполировали. Сейчас вот Сэсу помыть машину и посмотрим, что будет. Ну вот, автомобиль мы полностью помыли. Вот мы видим, все вымыто. Вот сейчас посмотрим, как у нас выглядит капот. И мы его подкрашивали. Вот, ну практически есть небольшой заметен переход по цвету, если так вот посмотреться. Вот он чуть-чуть вблизи видать. Вот, но в принципе все как я хотел, так и получилось. Самое главное, чтобы были убраны эти сколы, которые создают процесс дальнейшей повреждения лакокрасочного покрытия. Вот мы его убрали. Ну что, будем готовиться дальше к зиме. Ну, на этом вот свое видео полностью заканчиваю. Всем удачи, до свидания.